Ребята, всем привет! Не было долго видео, вся личка у меня завалена сообщениями, Игорь, что ты там живой и так далее. Почему не выходят ролики и так далее. Ребят, над моей головой летают два истребителя, ситуация в Донецке нестабильная. Вроде как ввели военное положение, поэтому ни желания, ни возможности ролики снимать у меня нету. Поэтому я не знаю, когда они будут выходить, сколько их будет и так далее. Пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос, потому что я с удовольствием бы все сделал и так далее, но нет такой возможности. Вот, сейчас у нас закрыт аэропорт, в аэропорту ведутся какие-то бои и так далее. Короче, вот я с дома выхожу, у меня за домом там куча дыма, поэтому ситуация нестабильная, ситуация ухудшилась. Что касается посылок, я на почте сегодня вот забрал две посылки, еще сегодня вам ролик покажу, вроде как с телефон пришел с танкиного магазина, вот. И это, наверное, посылки, которые вот-вот-вот, я не знаю, эти чудом дошли, скорее всего, в субботу, потому что в воскресенье не работала почта. И сегодня мне почтальонша сказала, что посылки с Киева не приезжают. То есть уже два дня нету посылок с Киева. Я не знаю, или перекрыли где-то что-то, или хотят они отсоединить полностью Донецкую, так называемую, Народную Республику. Поэтому я не знаю, что будет, категорически вам, как сказать правильно, не рекомендую заказывать посылки из Китая, те, кто живут там, Донецк, Луганск, потому что ситуация настолько накалилась, что в любой момент этот, так сказать, ниточку от Киева, от сортировки до Донецка могут перерезать. Поэтому я полностью отказался, я ничего сейчас не заказываю, вот то, что идет, то идет. Вот такая вот ситуация, многие у меня спрашивают, и чтобы каждому не отвечать, вот я решил вам рассказать. Вот. Поэтому я не знаю, как оно дальше будет. Вот, скорее всего, что в субботу доехало и телефон. Ну, потом будет еще. Сейчас вам это только покажу. Вот. И все, больше пока ничего нету. Будет завтра или послезавтра, что-то не знаю. Лежат устройства у меня, на которые не нужно делать обзоры. Но, ребят, ситуация не обзорная, так сказать. Вот и желания у меня особо нету. Поэтому, когда будет, тогда будет. Так, давайте начинать. Перейдем к хорошему. Фух, пришла посылка Слобода-Комаривці, Чернівецька область, пришла от Ковчун, Артур Ильич. Вот, пришла она еще на старый адрес, скорее всего, долго она ехала, 21.05, хотя нет, не знаю откуда, обычно все уже присылают на абонентский ящик, но прислали вот на адрес на мой домашний. Давайте смотреть, ребят. Задрала меня эта ситуация, вы сами понимаете, у меня огромные планы по каналу развития и так далее. Много хочу чего заказать, но просто, блин, нет возможности. Реально это уже задрало. Так, Китай рулит. Ох, вот такое вот суперское письмо. Супер вообще, смотрите, оп, и здесь письмо. Вот за это уже реально респект. Так, привет, Игорь. Так, на украинском языке, да? Я думаю, многие не поймут. Давайте я вам буду переводить вкратце, так сказать. Так. Или как мне сделать? Б-б-б-б-б-б-б-б. Хотя давайте я прочитаю на украинском. Многие кричали, что я украинского языка не знаю. Вообще бред, ребят. Я 11 лет проучил украинский язык. Почему я должен его не знать? Давайте прочитаю на украинском. В принципе, основные слова, я думаю, поймут. Ну, в принципе, там смысл будет понятен. Вирішив також написати тобі листа та подякувати за твою працю, за гарні та якісні обзори посилок з Китаю та за твою подорож до Китаю, яка мені дуже сподобалась, і, звичайно, вітаю зі 100 тисячами підписчиків. Постійно дивлюсь твій канал на YouTube, підписався ще коли в тебе було близько 600 підписчиків, зараз вже і сам створив свій канал. Обзори гаджетів та техніки, на якому поки що небагато підписчиків, але прагну досягти того, що і ти. Обов'язково зайди на мій канал та оціни роботу. Мені важлива твоя думка. Хочу подарувати тобі магніти та обов'язково колись приїжджай в Карпати та Чернівецьку область, де хороше повітря та чудові
місця для відпочинку. Мій канал Тралялям та Палям, з повагою Артур 20.05. Быстро дошла посылка. Сегодня у нас 26 число, за 6 дней. Ссылка будет в описании, конечно, на канал. Что могу сказать про Чернівецьку область? Там очень круто, очень круто. Я наслышан про эту область, поэтому, ребята, если у кого есть возможность и отдохнуть, так сказать, не знаете, куда поехать, вот поедьте в Чернівецьку область. С воздух там действительно классный. Так, с письмом разобрались. Давайте посмотрим, что там с магнитом у нас. Качественно все запаковано. Что-то скальпель у меня перестал резать. Так. Невеселая какая-то распаковка. Ну, не весело, ребят, не весело. Уж извините. Супер настроения нету. Хотел для вас заснять, как надо мной летает вертолет. Но там истребители просто на такой скорости вышивают. У меня даже камера не успевает ловить. Потому что многие думают, что ничего не происходит. Телевизор чуть врет. Да, телевизор врет в многом, но ситуация нестабильная. Карпаты. Вот такой вот магнит. Все из дерева. Это очень классно. Вот смотрите, как долька дерева, так сказать, да? Вот. На дольке дерева сделан Карпаты магнит. Супер, спасибо огромное. В коллекцию пополняется. Так, и письмо. Письмо пришло. Вот прочитайте, я фамилию здесь так и не понял. Увищенко, может, неправильно читаю. Короче, прислал Юрий. Вот, Киевская область, место Васильків. Вот так вот. Уже на абонентский ящик прислали. Давайте открывать, смотреть. Так, письмо. Так, здесь у нас письмо. Так, сейчас это посмотрим. Давайте прочитаем письмо. Письмо от руки написано. Здравствуйте, Игорь. Насмотревшись ваших роликов, самому захотелось снимать видео о распаковках. Мой канал уже существует полгода, и за это время я перепробовал много чего, жанров. Поначалу я занимался лотереями, потом начал взрывать старые телефоны. Сейчас занимаюсь и тем, и другим. Недавно начал заниматься посылками из Китая. В будущем планирую снимать видеоблоги. Желаю вам удачи в личной жизни на YouTube. Всего вам наилучшего, спокойного неба. Вот, как раз вовремя, да. Желаю вам крупного выигрыша, чтобы хватило на MacBook. Вот. Оцените, пожалуйста, мой канал. Канал будет, конечно же, в описании. С уважением, ваш подписчик Юра. Что могу сказать сразу про Юрия? Я вижу, что человек хочет, да, хочет снимать видео. Юр, совет тебе. Определись. Определись в узком направлении. Это я так пошел, что и там я успеваю, и там успеваю, и это показать, и то показать. Просто так я ничего не начинаю снимать. Перед тем, как открывается какая-то новая рубрика, я много думаю, много продумаю в голове, насколько эта рубрика будет интересна подписчикам, насколько эту рубрику можно развивать. А не просто я увидел, о, буду сегодня взрывать там, например, телефоны. Но в перспективе сколько ты телефонов взорвешь? 1, 2, 3, 4. Эта рубрика закроется. Поэтому это не рубрика, это так, ролик выходного дня. Что я советую? По посылкам, например, да, люди, которые начали заниматься посылками, распаковками. Ребят, если вы хотите, чтобы у вас был классный канал, специализированный на каких-то моментах, делайте так, заказывайте посылки, товары в одном направлении, то есть телефоны или же планшеты, телефоны-планшеты, или, например, радиоуправляемые машины, или какие-то мелочи, или автомобильные гаджеты. Тогда у вас будет аудитория целенаправленная, человек будет на вас подписываться, потому что он будет знать, что у вас, например, что-то будет на автомобиль новенькое. У вас будет основная база подписчиков, вы наберете основную базу подписчиков, а потом уже сможете дальше развиваться, то есть что-то с подписчиками решать, что они хотят дальше видеть. Я почему это говорю? Потому что многие начинают заказывать все подряд, все подряд. Ребят, хватает уже этого материала, хватает этих посылок, и люди уже в основном ничего не ищут. То есть Китай рулит, есть еще основные каналы, на которых
время от времени что-то появится и что-то новенькое появится. Поэтому те каналы, которые начинают, трудно стартануть, я понимаю вам. Поэтому я вам предлагаю, стартуйте в узком направлении. Вы наберете свою базу подписчиков, например, 10 тысяч, а потом уже сможете вправо-влево отходить и уже дальше строить свой канал и развиваться как видеоблогер, снимать влоги, свою жизнь показывать и так далее. Все. Это вам просто совет от меня. Так, я надеюсь, прислушается и поймете, кто вообще в теме. Так, письмо мы отложим тоже в коллекцию. Так, наприсылал. Что это такое? Фауна, природа, жирафа. А, это он лотереи мне поприсылал. А, все, я понял, парень мне писал. Говорит, когда будешь распаковывать мою посылку, вроде это он, говорит, возьми. Смотрите, сколько лотерей, елки-палки. Сейчас будем с вами этот, в лотерее играть. Возьми монетку. Сейчас я найду монетку. У меня где-то здесь была мелочь. Так. Так. Так, есть у нас 10 коп. Так, сейчас я приближу это все. Вот, видите, думал, распаковка будет не очень веселая, и настроение сразу поднялось. Давайте с первого. Сафари. Здесь нестераты. Так, приз. Здесь надо, наверное, да? Швидкость. Так, а что тут нужно? Надо, чтобы, наверное, совпало. Блин, тут же еще надо условия. Каждый этот по своих условиях. Так. Первая игра. Гравцю потребно стерти захисний шар з ігрового поля під написом 1 град та порівняти швидкость. Якщо ваша швидкість більша за швидкість суперника, то ви виграли відповідний приз, який зазначений під захисним шаром зі зображенням керма. Так, ваша швидкість суперника. Перша ігра. Ну, давайте будемо стирати. Так. Тін-тін-тін. Так, у мене повинно більше бути, да? Так, у мене 260 кілометрів. 260 километров. А у соперника моего 300 километров. Не выиграл. А мог я выиграть 10 тысяч. Неплохо, неплохо. Да, на MacBook то, что нужно. Так, весь стол сейчас засру. Так, первую игру я проиграл. Вторая игра. Гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрового поля під написом друга гра. Якщо під захисним шаром він знайде співпадання трьох однакових символів, то гравець виграв суму приза, зазначену в таблиці. А, я понял. Так, друга гра. Де вона? Друга гра. Так. Стираємо. Не, что-то у нас тут разное все, да? Да, что-то разное у нас вообще тут, короче, ничего я не выиграл. Вообще, я какой-то везучий. В принципе, в лотерею я никогда не играл. Я как бы не верю в это все. Но, может быть, может быть. Третье, гравцю необхідно стерти захисний шар з ігрового поля під написом третя гра, він одразу побачить суму свого виграшу. Якщо під захисним шаром гравець знайде напис «Не гальмуй», то в цій грі гравець не виграв. Так. Ну, звісно, у мене що? Що? У мене «Не гальмуй». Все, лотерею проіграв. Скільки стоїть? 5 гривень. Прислали мені в лотерею 5 гривень, з якої я нічого не виграв. Отлажуємо. Слушайте, а ролик буде цей довгий, ребят. Давайте я, наверное, этот пооткрываю все и потом вам уже покажу, потому что смотрите, сколько здесь. Давайте, наверное, так сделаем. Я вам покажу уже результат, выиграл я что-то или нет. Ну что, ребят, сыграл я в лотереи во все. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук мне прислали. Никогда в них не играл. Прикольно, конечно, но чувствуется вот развод, чувствую, понимаете, что меня вот, что такое ощущение, что я потратил деньги просто за бумажки отдал, но не все так плохо. Из всех, из 9 лотерей я выиграл в 3 лотереи огромные суммы. Вот, например, лотерея Зодиак. Я здесь выиграл, здесь собрал я вот
три собаки. А три собаки — это у нас 2 гривны. То есть стоимость лотереи 2 гривны. Оправдала свою 2 гривны. Второй зодиак. Здесь есть у нас 3 пивня. Петухи, короче. 3 петуха собрал. 3 петуха — это 4 гривны. Стоимость 2 гривны, как видите. То есть 2 гривны заработал на этой лотерее. И собрал еще фауна. Фауна стоит 2 гривны. И вот 3 раза попалось мне по 2 гривны. То есть все остальные я продул, конечно. Например, голкипер. Этим футболистам бы ноги поотрывать. Как так можно проигрывать? Здесь фишка в том, что вот мой счет, вот счет соперника. Мой счет должен быть больше. Если больше, вот сумма приза. Как видите, что здесь я вдул всем. И здесь, конечно, тоже всем проиграл. Вот, не заработал ничего. Дальше. Вот эта лотерея, здесь тоже никаких совпадений. Если, может, я что-то не разобрался, посмотрите. Я, как понял, никаких совпадений нету, то есть я тоже проиграл. Здесь у меня вот такая вот была лотерея, Эльдорадо называется. Здесь вот по стрелке нужно идти. И пришел я, короче, в стену. Если в стену пришел, значит, ничего не выиграл. Здесь орел-решка, нужно или орел-орел, или решка-решка и сумма. У меня орел-решка. Круто, ничего не выиграл. И в сафари, ну это я, вы видели, здесь я тоже 260 километров ехал, а соперник 300. Вот такие вот дела. Огромное спасибо за такую возможность, что я посидел, поиграл, чуть, знаете, так этот, настроение поднялось, поэтому пойду чуть займусь своими делами и позже вам покажу ролик с Станькиного магазина с интересным телефоном. Все, ребят, всем спасибо, ссылки все в описании. Ждем хороших новостей, хорошей погоды и мирного неба, как написали. Всем пока!